27 января вся страна отметит одну из важных дат для России – 80-я годовщина со дня освобождения Ленинграда от фашистской блокады. По всему Дагестану уже проводится комплекс тематических мероприятий – акция «Блокадный хлеб», поздравления ветеранов, а также масштабный флешмоб 900, который прошел в частности и в Каспийске. Мы воссоздали цифру 900 в память о 900 дней блокады Ленинграда, развернули Знамя Победы, Георгиевскую ленту. Ну, мероприятие важное, нужное, значимое, чтобы наша молодежь знала, помнила нашу историю, историю города-героя, жителей этого города-героя, которые, несмотря на вот эти чудовищные 900 дней блокады, смогли выстоять, смогли защитить нашу родину, отстоять нашу свободу, независимость. Организаторами являются Министерство по делам молодежи республики совместно с администрацией Каспийска. Участие во флешмобе приняло свыше 500 человек. Это сотрудники ДАК «Патриот-центр», активисты движения «Первых», студенты, преподаватели, школьники и многие другие. Скажу честно, на наших мероприятиях всегда с большим интересом принимает участие большое количество молодежи. Ну, больше 500 человек сегодня у нас во флешмобе было. Отметим, что подобные мероприятия будут проходить до 27 января включительно по всей республике. В Каспийске акция «Блокадный хлеб» пройдет 26 января на центральных улицах города и площади, а также в субботу состоится митинг у обелиска «Скорбящая мать».